Добрый день, дорогие наши телезрители, братья и сестры. Сегодня у нас 11 февраля, воскресный день, и у нас передача «Свет веры». Продолжаем знакомиться повторять тексты Священного Писания, Нового Завета, Евангелия, и также отвечать на те вопросы, которые поступают в нашу телестудию. И вот сегодня читалось Евангелие от Матфея, 15 глава, 21-28 стихи. «Когда Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские, женщина Хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час». И вот если мы в прошлое воскресенье вспоминали о вере слепца, о вере слепого человека, который получил исцеление, получил помощь от Господа благодаря именно своей такой усердной молитве ко Господу, такому даже воплю, крику, то сегодня мы в евангельском чтении видим что-то подобное. Но здесь мы видим уже другую ситуацию, когда человек просит не о себе, просит не для себя, а молится о другом человеке. И тоже в прошлое воскресенье мы рассуждали о записках, о том, зачем подавать нам записки в храмах, для чего молиться за других людей в храмах, то вот здесь мы видим, что когда человек молится о другом человеке, то Господь эту молитву слышит, принимает и также творит чудеса. Именно хананеенка, то есть язычница, не той веры, в которой были фарисеи, которые слушали Христа и часто не принимали его учения. А женщина-язычница, с которой даже по иудейским законам нельзя было общаться, нельзя было никаких общих дел иметь. И здесь она тоже, подобно тому слепцу, о котором мы вспоминали прошлое воскресенье, кричит громким голосом, взывает, опять говорит: «Господи, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». То есть проблемы были с дочерью, которая бесновалась. И здесь Господь как бы не то что проверяет ее веру, а пока хочет показать веру этой женщины своим апостолам, ученикам и тем, кто рядом находится. То есть он ей как бы не отвечает, он не отвечает ни слова. И даже ученики начали просить: «Господи, она же бежит и кричит за нами». И тогда Господь говорит: «Я послан только к овцам погибшим дома Израилева», то есть к израильтянам. И действительно, Господь, когда совершал свое миссионерское служение на протяжении 3 лет, Иисус Христос, да, то Он проповедовал только в тех местах, где Он
жил. Он не шел в другие страны, как это сделали апостолы позже. Он проповедовал и говорил о Боге, говорил о своем пришествии именно тем, кто может его понять, кто были хранителями вот этого истинного закона Божия, веры в единого Бога. А здесь мы видим, что приступает к нему язычница, да, и вот он говорит, что я послан только к евреям, к иудеям. То есть, как-то так. Но она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». То есть она начала его упрашивать: «Господи, помоги мне». И он опять, Христос продолжает: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Но она сказала: «Да, Господи, так, верно». То есть она признает: «Я язычница, да, но ведь и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». То есть она понимает, что она недостойна получить ничего от Христа, да, но она говорит: «Ну ведь же и крохи падают, и псы едят эти крохи». И тогда Господь в ответ отвечает ей: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Здесь мы видим опять проявление такой глубокой веры, молитвы. Но здесь уже человек просит не о себе, а просит, эта хананеенка просила о своей дочери, которая бесновалась, которая была и больна, и духовно. И вот Господь исцеляет просто вот по великой вере, как сам Христос, по великой вере этой женщины. И вот, конечно же, такая вера, к сожалению, не у каждого человека есть, не у каждого из нас. Но как, что делать, когда у нас не хватает этой веры? Есть такая молитва: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И вот у каждого человека, у каждого здравомыслящего человека бывает, случаются такие колебания в вере, сомнения. Особенно, когда человек чего-то очень долго просит и не получает от Бога. Кажется, что Господь не слышит. Человек начинает думать, что он грешник, что что-то не так. Но это коварные сомнения, неправильные мысли. Их нужно отгонять. Господь слышит не то, что даже нашу молитву вслух, нашу молитву про себя. Он даже наши помыслы, наши мысли видит, видит все наши, всего каждого из нас. И вот на самом деле иногда мы переживаем, что веры не хватает у наших детей, у наших близких. Но мы должны помнить, что Бог с каждым человеком разговаривает. Бог разговаривает с душой каждого человека. И вот как эта женщина, так и мы должны стараться молиться о своих родных и близких и в домашней молитве, и в церковной молитве. Потому что молитва – это то, что когда молитва идет за другого человека, она, безусловно, слышится Богом, потому что она исполнена любви к тому человеку, за которого мы молимся. А также, если человек что-то нам плохое сделал, за такого человека тоже нужно молиться. Не проклинать, не осуждать, а вот действительно попробовать поставить за него свечу в храме о здравии, помолиться, попросить, чтобы Господь его вразумил. Вот. Конечно, это тяжело иногда кажется, как вот он мне сделал такую-то пакость, он мне приносит мне скорбь в моей жизни, а я за него молиться буду. Но это важно, когда мы молимся не только за тех, кто любит нас, за тех, кого любим мы, но и, не за, но и за недоброжелателей. Вот сегодня в нашу студию тоже поступил вопрос: грех ли работать в воскресенье, делать дела по дому, ходить на рынок? Или этот день только для молитвы, и откуда пошла эта традиция?
Ну, наверное, начну с последнего такого вопроса. Откуда пошла традиция чтить праздник и воскресный день? Вот. В Библии, в Ветхом Завете, в 10 заповедях есть одна из заповедей: «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней делай и сотвори в них все дела твои, день же седьмой Господу Богу твоему посвяти». Вот. У иудеев и в Ветхом Завете суббота была день покоя. Вот. И до сих пор у иудеев суббота – это шаббат, день, когда абсолютно они ничего не делают. Даже ограниченное количество шагов нужно пройти, сделать в этот день. Для нас – воскресенье, потому что Христос воскрес в этот день. И для православного, для христианина, и для католика, для вообще для христиан у нас святой день – это воскресенье, а также праздники церковные, когда мы должны стараться посвятить действительно этот день Богу. И как-то один из современных священнослужителей, подвижников благочестия сказал, что если ты хочешь все потерять в жизни, материальное, да, в частности, то забери у Бога седьмой день, то есть работай в нем, делай все, как и в обычные дни, и тогда потеряешь все. И вот, или в другом месте сказано, если хочешь обеднеть, работай в воскресенье, в церковные там праздники, станешь бедным. И вот действительно, день воскресный, день седьмой, когда мы стараемся прийти в церковь, помолиться, посвятить этот день Господу. Во всех храмах совершаются богослужения и в костелах. Вот. Мы идем в церковь. Конечно, по традиции нужно стараться ничего в этот день не делать. То есть какую-то работу, которую можно перенести на следующий день. Бывает всякое. Бывает, например, ну, надо вечером там поутюжить рубашку ребенку в школу, да, или там срочно что-то там сделать такое, что, ну, вот завтра это никак нельзя сделать, то, конечно, можно в воскресенье после обеда сделать то, что, ну, крайне необходимо, то, что, ну, вот, нельзя отложить на завтра. Вот. Ну, а второй вопрос такой, как же поступать, если человек работает, да, вот посменно, например, там, служащие, да, врачи, милиционеры, вот. Ну, и священники, мы же тоже, у нас в воскресенье, бывает, домой приходишь, там, в 8-9 часов вечера, то есть служба, потом бывает венчание, крещение, отпевание, и вот сейчас период, когда там освящаем квартиры, дома, то есть приходишь домой запоздно, и кажется, как же вот здесь. Вот. Поэтому, конечно, когда человек служит, работает, то и он не может как-то свой график поменять, да, это вот так, то это не считается грехом. Но когда, например, человек вот, ну, понимает, что там воскресный день или там большой церковный праздник, и пошел в гараж там чинить машину, вот, то это уже считается грехом. Вот. Но мы должны важно помнить слова, которые сам Христос сказал. Не человек для субботы, а суббота для человека. То есть воскресный день или праздничный день – это день, когда мы начинаем с молитвы, но что-то можно сделать хорошее другому человеку. То есть, например, дома подметать в этот день нельзя самому. А если мы пойдем к инвалиду или там, к немощному человеку, и там у него уберем там, или что-то сделаем, порядок, это уже считается доброе дело, которое можно делать и важно, и должно, наоборот, в эти дни. Что касается там, походить по рынку или сходить в магазин, то здесь, наверное, нету ничего предосудительного. То есть воскресный день после богослужения, пожалуйста, можно сходить на рынок, там, если есть необходимость что-то себе купить. Хотя раньше, даже в Лиде, если я не ошибаюсь, был рыночный день четверг. И, кстати, во многих странах, где христианство такая доминирующая религия, например, там вот Греция, то в воскресенье все магазины закрыты. То есть открыты там какие-то, может быть, кофейни, небольшие такие столовые, где можно пойти покушать. А так все. Ну, человек сходил в церковь, потом он отдыхает.
потому что очень важно еще отдохнуть, набраться сил, потому что когда человек беспрерывно работает, да, то это тоже влияет и на психическое здоровье, и на физическое здоровье. То есть нужно дать себе разгрузку, дать организму отдохнуть. И вот именно воскресенье, седьмой день в неделе, да, это день, когда мы вынуждены просто отдохнуть для того, чтобы поддержать свое телесное и душевное здоровье. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем помнить день воскресный, да, как сказано в Библии, почитать его, стараться ходить в храмы, на богослужения в эти дни, отдыхать. И тогда Господь будет все необходимое нам не спосылать, все нужное. Вот, поэтому дай Бог всем нам сил, здоровья, благополучия. И с воскресным днем сегодняшним всех поздравляю мира, счастья и добра. И благословения на предстоящую седмицу, неделю.